Правило у нас с вами сейчас это 24-63 по торговле. Этими правилами предусмотрено, что мы с вами обязаны давать ответы на претензии потребителей. В Пушкино прошло совещание сотрудников предприятий и предпринимателей с главным специалистом, экспертом Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Еленой Грибовой. Она пояснила, какие нормы должны соблюдать общественные организации, а также какие нарушения допускают владельцы предприятий, касающиеся санитарно-эпидемиологических услуг. Затронули вопросы по нарушениям, которые выявляются санитарного законодательства в объектах торговли и общественного питания. Также рассмотрели вопросы законодательства о законах о тишине и покое граждан в ночное, не только в ночное время, но и в дневное время. Также на собрании поднимались вопросы по правовому регулированию контроля надзорной деятельности в сфере защиты прав потребителей. Елена Грибова пояснила, на что нужно обратить внимание при покупке продуктов и какие основные потребительские свойства должны быть у того или иного товара. Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, новости Большого округа.